Главврачи Орловской области предложили на должность руководителя регионального департамента здравоохранения хирурга из областной клинической больницы. Кандидатуру Александра Альянова поддержали единогласно. Он практикующий врач с 15-летним стажем и завкафедрой общей хирургии и анестезиологии ОГУ. Все члены совета главных врачей единодушно поддержали кандидатуру. Мы знаем его, Александра Леонидовича, как добросовестного и ответственного доктора. И поэтому мы понимаем, что сейчас перед ним стоит огромная задача именно консолидировать все усилия.